Покажите, пожалуйста, место, где ведется дорожная работа. Вот вам показываю место, где ведется дорожная работа. Показываю, покажите, вот сюда, да? Вот, да. Вот, вот есть чистейшая вот, дорога, вот. Ни единого трактора, ни единой дорожной машины. Поворачивайте, на дороге поворачивайте нет. Везде, да. Смотрите. Да. Где? Дорожные. Вот, это на том мосту, вот вверху, да? Да, да. Ну, да, ехал же я не по мосту, я ехал здесь. Правильно. Я ехал здесь. Участок дороги, на котором проводятся дорожные работы. А на мосту, на каком-то стоит какой-то кран. Это ограничение. Да, 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 да. Понятно. Совершенно верно. Это вы считаете вот тот это я не считаю. Кран, который там стоит, это ограничение. Понятно. Это дорожная служба. А вот этот, по этой дороге, по которой я ехал, вы, можно мне сказать? Едет. Пожалуйста, пожалуйста, да? Пожалуйста. Вы записываете? Конечно, обязательно. Дорожная служба установили, да. Дорожные знаки. Да, да, да. Ограничивается скорость движения на данном участке дороги. Потому как здесь проводится дорожные строительные работы, строится мост, развязка дорожную, прилегающую к этой дороге. Понятно. То есть этот мост к этой дороге, по которой я ехал, не имеет никакого отношения. Это перекресток, который ну, нет, перекресток. Он второй уровень. Причем какое отношение он имеет к этой дороге? Потому что ну, с моста может упасть человек. Понятно. Ну, конечно. Или это кирпич. Да. А если я медленно еду, какая разница? Как упадет кирпич? Кирпич не влетит да. В салон, а только...